Всем привет, друзья! Сегодня у нас Infiniti GX35 2013 года выпуска. И сегодня мы с владельцем Станиславом поменяем салонный фильтр. Салонный фильтр здесь находится под бардачком. Для того, чтобы подобраться, нужно будет снять один элемент обшивки тоннеля, и фильтр будет уже виден. Но подобраться к нему, вынуть его, вставить будет крайне неудобно. И есть второй способ. Для этого нужно будет снять бардачок. Сегодня мы пойдем именно этим путем. И вот здесь уже виден фильтр. Нажимаем на фиксатор и достаем крышку. И вот здесь вот уже видно вертикальное отверстие, в котором установлен фильтр. Но достать его вот так вот отсюда и вставить потом будет крайне сложно. И нет гарантии, что фильтр встанет ровно, без зазоров, не будет пропускать воздух. Снимаем бардачок. Для начала откручиваем три самореза крестовой отверткой. Первый, второй, ну и здесь третий. Теперь откручиваем еще три снизу. Раз, два, три. Для удобства демонтажа бардачка снимем вот эту накладочку. Теперь заглядываем внутрь бардачка и откручиваем еще два самореза. И снимаем бардачок. Здесь будьте осторожны, не оторвите подсветку. Чтобы отсоединить лампочку подсветки, поворачиваем ее против часовой стрелки и ставим. И убираем его полностью, чтобы не мешал. И теперь у нас доступ к фильтру немного лучше. То есть мы можем уже и отсюда к нему подлезть, и снизу, то, что мы уже видели. Вот мы видели, и теперь то же самое видим отсюда. Подлазить удобнее. Теперь поддеваем его и достаем. Стоит он там довольно криво. Вот так вот тут достаем. Видите, в каком виде он там стоял. То есть устанавливали его, возможно, без снятия бардачка, как-то в гармошку сложили и запихнули. И он стоял там очень криво, очень криво. Соответственно, теперь даже не вылазит. Все, пошел. Фильтр здесь стоял угольный, фирмы TSN. 97884. Ставить будем точно такой же. Вот его номерочек поближе. Обратите внимание на стрелочки, поток воздуха. То есть у нас идет вот в данном случае, будем ставить его вот так. Воздух будет идти справа налево. То есть по ходу движения автомобиля. Теперь смотрите, отверстие, в которое будем вставлять фильтр, оно меньше, чем сам фильтр. Соответственно, вот видите, это крышечка, которая закрывает положение фильтра. Поэтому, чтобы его туда вставить, его нужно будет сложить. После того, как фильтр войдет, нужно будет его там внутри распрямить, чтобы не было того, что мы сейчас видели, когда доставали старый фильтр. Ну вот мы видим это отверстие. Сюда сейчас будем вставлять фильтр. Открываем фильтр и вставляем туда. Поправляем снизу, поправляем сверху. Оп, и пошел. Когда мы вставили переднюю часть, дальше он уже заскакивает самостоятельно. Ну вот видите, да? Вот он стоит сейчас ровненько. Стрелочки по потоку воздуха стоят правильно. Все, фильтр установлен. Теперь берем крышку сверху, вот этим вот зубчиком зацепляемся за специальный выступ и снизу защелкиваем эту защелочку. Оп! Все. Сидит плотно. Мы собираемся в обратной последовательности. Ставим бардачок, подключаем на место лампочку, устанавливаем, закручиваем саморез. Ну вот и все. На этом процесс замены салонного фильтра на Infiniti GX35 завершен. А на этом сегодня все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Всем пока. Пока.